Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Таня Лебедь Онака. В кадре набор эмаль от Соколова, фирма Диамант, природные топазы и фианиты. Ну, а речь сегодня пойдет не о эмали и не о наборах серебра. Сегодня мы посмотрим обзор антикварной лавки в Минусинске. Ну, а поскольку у меня новый наборчик с топазами, я и решила немножко показать и свои наборы с эмалью. Вы видите, смотрите на них. Ну, а я продолжаю свой рассказ о том, что сегодня у нас обзор антикварной лавки в Минусинске. Ирина из Красноярского края посетила Минусинскую лавку после ролика «Обзор Алены из Минусинска». Адрес лавки будет в конце этого ролика. Внимательно смотрите. Ирине огромное-огромное спасибо за ролик. Минусинск, антикварная лавка. Шкатулка Клоазоне 2000. Я хочу добавить, что у этой лавки в Минусинске есть страница ВКонтакте. Можно им писать, уточнять цены и заказывать вещи. И там же на странице они выставляют фарфор фото. Можно будет приобретать. В Яндексе я набрала «антикварная лавка Минусинск» и осуществила переход на страницу ВКонтакте. А вот этот молочник что стоит? 350 рублей. Вот там рынок, а это как оно называется? Это лошадь или что? Ой, вкус.
Подожди, 5 секунд. Ух ты. А измайловский, это не далеко от чего? От какого-то, эти какого-то... Измайловский парк, Измайлова. Вот это, если смотреть, это вот его часть одна. Угу. Вот вторая. Да, где будешь сюда кинуть. Я так подносил, что... Нет, не отдам. Смотри, какая прелесть. Подожди. А это да. У нас вот эта дорога, это как проклятая. Добрый день, девчонки. Отчет о поездке в Минусинск, Абакан, в антикварные магазины. Купила вот такой вот сервиз. Япония. Обалденный, маленький. Он вот, вот, вы понимаете, вот у меня ручечка, рука и вот такой вот это. Вот, японский. Легонький, он весь это. Ну, почему-то, и говорит, был он новый в упаковке, ну, 4 только блюдца и 4 чашечки. Молочник какой. Красивущий. Тут не золото, тут все серебро. Все в серебре. В Абакане купила кисловодский кую вазу. Алена показывала ее. Посмотрите, какая красивая. Но я не могла ее там оставить. Она мне пригодится на фотосессии. Рыбку взяла. Рыбка Дулева. Вот. 54-й год. Старенькая. Вон какая. Я давно такую хотела. У Тани видела, что у нее такая красавица. Шкатулочка вот эта вот. Тоже обошлась мне недорого. А еще я взяла шкатулку. Вы посмотрите только, какая шкатулка. Красивущая. Это змеевик. Тяжелая. Вообще. Ну, красивая. Она вот не передает того цвета на камере, какая она есть на самом деле. Вот такая красивая. Еще купила я деревянную шкатулку. Да, ее надо покрыть лаком. Тут маленечко она облупилась. Но, девчонки, зато 300 рублей. Всего 300. Вы посмотрите. Внутри она... Ой, как же бы ее открыть-то? Она новая. Вот. Только вот от времени она... И этикеточки нету. Этикетка, видно, была. Но она старенькая. Вот облупилась. Ну, ничего. Это мы поправим. Конечно, не могла я уйти и без украшений. Тем более на меня напали, например, значки, детские значки. Вы посмотрите, черепаха со львенком. Бабушка, я же бабушка, котик, сказки, цирк, то есть сказки, а вот они сказки. Гномик такой, сова. Тут две птицы, что-то такие. Так, о, львенок. Так, где он у меня? Так, тигренок. Вот такие бусы взяла. Вот это сердолик. Середка. Ну, камни, эти вот стекло, все. Уберу вот эту веревочку и переделаю. Вот это колье, ну, в ремонт. Конечно, отремонтирую. Одна сережка, но я, наверное, одну там не нашла. Вот такие броши. Ой, ну да, они броши это, по-моему, не знаю, девчонки, рекорд или нет. Я треугольник. Это что? Ну тут вот треугольничек. Так, сейчас. Вот. Вы знаете, подскажете. Вот такую старенькую брошку взяла.
Вот. А это вот, ой, как же она? Вот смотрите, К, О, С, да? Вот, столько я там взяла. Так, вот эти вот бусики мне достались в подарок. И вот это вот я не знаю, то ли рубка сатинового стекла, но сильно походит. Ну, бисер это и вот это вот. Надо разобраться. Так, в подарок я еще, конечно, взяла вот такую брошку. Вот, старенькая тоже, советская. Вот. И досталась еще вот такая вот, тоже старенькая. Вот. Так, увидела я там, ну, за 20 рублей мампасье. Помните, продавали? Ну, вот старенькая такая, она вон, ржавенькая. Вот, Санкт-Петербург. Венера, привет тебе. Вот. Ну вот, девчонки, вот такие мои покупочки. Вот и моя дулевская рыбка. Давайте же посмотрим, какой год моя рыбка. 57-й год. Я немного навела порядок на полке. Знаете, мне так это нравится. Если помните, здесь у меня было тесно-тесно. Я убрала несколько штофов. Сейчас посмотрите. Стало попросторней. И под разным углом обзора можно видеть эти статуэтки и мои штофы. Посмотрите, спецовники Рожки, спецовники Владивосток. И на этой полке перемены, посмотрите, очень хорошо встал петух штоф. Старинный. Покупала мама этот штоф до моего рождения, мне 54 года. Очень хорошо он сюда встал. Я сделала перестановку. Эти глазастые спецовники смотрят на меня и на вас во все глаза. Штоф Кисловодский тоже поставила сюда. Ну, в общем, мне очень нравится заниматься вот этими перестановками. И на этой полке я сделала перестановку. Посмотрите, я буквально поставила сюда штоф. Казалось бы, у меня нет теперь столпотворения на полке со штофами, но и здесь вполне стало интересно. Чайные пары окружают этого грибника прямо как грибы. И здесь я раздвинула матрешек, между ними поставила чайник Украины и стало классненько. Эти красавцы на полке смотрят кто куда, кто в камеру, кто мимо. До встречи, дорогие зрители. Пишите ваши комментарии. Еще раз огромное спасибо Ирине и, конечно же, Алене из Минусинска. Пишите, пишите. Мы с вами обязательно увидимся. До новых встреч.